Твоему отцу я задал пару вопросов. Были раньше аресты? Да. За что? Нападение. Но я не виноват. Где? В Малине. Там жил мой отец около 9 лет. Чем ты занимался? Водил грузовик. 5-тонку. Грузовик? Подними руки. Покажи ладони. Спустя 8 минут после того, как туда приехал первый полицейский, она умерла от внутреннего кровотечения. У нее была сломана грудина. Ей было 54 года. Лейтенант Макнамар отвезет тебя домой. Мне надо выписать повестки, поговорить с близкими и жертвы. Все в таком духе. Ты в порядке? Мне очень жаль. Кинокомпания Yoha Pictures представляет фильм Брайана Джана. В фильме снимались Джон Хёрт, Том Гайри, Америка Феррера, Клейн Кроуфорд, Джеймс МакДэниел, Хизер Маккомб, Джейми Энн Браун, Лори Меткалф и Реймонд Джей Берри. Стальной город. Шевелись, Пиджей! Ли, подготовь столы. На 12 человек и надуй 25 шариков, красных и желтых. Комплеанес. Привет. Привет. Что такое Комплеанес? День рождения.
Я пас. Привет. Чего желаешь? Ты сперла мою зажигалку. Что? Ты сперла зажигалку. Зачем она мне? Я... Чего надо? Дай пиво. Постой. И что? Ты... До скольких работаешь? Не лезь ко мне в этом баре, пойдут слухи. Мэм, дайте мне пиво, пожалуйста. Работаешь завтра? Да, до конца. Хочешь зайти? Где моя зажигалка? Задержись. Где моя зажигалка? Ну же. Где она? На 5 минут. Где зажигалка? Пожалуйста. Нет, мне пора. Останься. Мне надо идти. А то откушу губу. Я тебя откушу. Откушу. Все откушу. Ты идиот. Ну, я пошел. Ну и катись. Привет. Хорошая борода? Выбора не было. Бритвы дают раз в неделю, и парни разбирают их и пытаются убить друг друга или себя. Тут следят за этим. Внимательно. Удалось кому-нибудь? Да, одному толстяку. Но бритву не использовал. Сделал петлю из простыни и повесился в камере. У него получилось. Грузовик взял? Да. Отопитель сломался, фара не горела. Я поменял ее в сервисе бесплатно. Ремни поменял? Нет. Помыл кузов. Надо ремни поменять, а то движок накроется.
Машина-то нужна? Нашел это в бардачке. Вы с мамой подарили мне это. Правда? Когда ты в хоре пел? Нет, в день причастия. Да. Сент-Джозеф. Джозеф, твое второе имя. Я поговорю с матерью насчет денег для залога. Нет, нет, не надо. Не лезь к ней. Не хочу брать их с Рэндаллом деньги. Они переехали в новый дом в Южном районе, у них есть деньги. Не вмешивай в это маму. Хороший дом. Я не видел. Нет, не беспокой ее. Позаботься получше о грузовике, если хочешь помочь мне. Зайди в банк. Посмотри документы, нет ли чего на счетах. Обратись к Стэну Миллеру в банке, он поможет. Хорошо. Я могу что-то еще сделать? Для меня нет. Я в порядке. А ты? Нормально. Пиджей, все хорошо? Да, вполне. Нельзя есть в этой маске. Сними ее, а то насвинячишь. Имею в виду, не снимешь маску, ляжешь спать без сладкой каши. Ясно? Подожди. Иди сюда. Иди. Привет, Пиджей. Привет, Рэндалл. Он изображает монстра. Поздоровайся с Пиджеем. Привет. Ложись спать, чудовище. И зубы почисти. Проходи. Вот смотри. Дом небольшой, 80-го года. Нравится? Да. Тут пахнет краской. Краской, кофе, сигаретами. От плотников. Подвал не доделан. Пошли, покажу все. Это Беретта? Глок, Беретта. Какая разница? Один стандарт. Прекрасное оружие. В обойме 10 патронов, ствол 13 сантиметров. Кое-где оснащают электрошокерами, но такие пистолеты по-прежнему основное оружие. У моего отца был старый Ремингтон и винтовка Керби. Но Керби уже вышла в тираж. Пойдешь учиться на полицейского, будешь осваивать эту штуку. Я думаю об этом. Зачем тебе быть копом? Чтобы иметь такой же. Ты будешь тощим копом. И я был тощим. Через 6 месяцев в училище получишь такой ствол. Правильно? Что? Будет он тощим копом? Слишком тощим. Играете с оружием? Всегда подавай рукояткой вперед. Ясно? Да. Извини. Сколько надо денег? $300. Почему так много? Отопитель. Главный ремень в движке полетел, надо все менять. Не знаю. Мам, всего $300. Если бы на что-то очень важное, тогда другое дело. Рэндалл сказал, что может устроить меня в училище. Это правда? Не пойдешь ты в училище. Почему? Зря он хранит заряженный пистолет в гараже. Он не заряжен. Заряжен. И он сказал, что я буду тощим копом. Но я не тощий. Давай откровенно. Что за подруга у тебя? У меня нет подруги. Я говорю о Лорен. Лорен порвала со мной. На работе есть другая.
Как ее зовут? Неважно, это все ерунда. Она очень толстая. Есть откуда рожать? Ну да. Двойняшек, тройняшек. Боже. Можешь попросить у него денег? На что? На грузовик. Он накрылся уже. Не ори. Я не ору, попроси его. Пожалуйста. Прошу тебя. Ни о чем не буду просить. Грузовик нужно выбросить после того, что с ним сделал отец. Теперь он мой, я должен его починить. Можешь попросить? Меня он не любит, ты попроси. Пожалуйста. Я ложусь спать. Монстр уже спит. Доброй ночи, я люблю тебя. И тебя чмокнуть? Не надо. Ладно. Он любит тебя? Что ты тут делаешь? Пиджей, где твоя бабочка? Потерял. Рубашка мне мала. Тебя уволят. А теперь тебя уволят. Меня не уволят, а Ральф любит меня. Любит тебя? Да. Носи бабочку, иначе... У тебя хороший день? Нормальный. Пиджей, убери 4 и 7 столы. Умоляю, спасибо. Ты придешь позже? Мне сейчас не до этого. Я уберу столы. Придешь? У тебя грязная кухня. Это мерзко. Сделай что-нибудь. Будешь моей горничной? Думаешь, все испанки хотят быть горничными? Нет, не буду. Все горничные испанки. Я не хочу быть горничной. А кем ты хочешь быть? Не знаю. Учительницей. Я знаю язык жестов. Я тоже. Какой? Это глупость. Другого не знаю. Хороший язык. Тебя арестовывали? Что? Ральф говорил, что арестовывали. Да, одну ночь провел в камере. И что? Ничего. Ральф все время обо мне гадости говорит. Но я хочу, чтобы ты убирала мой дом. Колая. Звонили из банка. Я должен освободить дом через 10 дней. Пришла эта бумажка. Какая? Решение суда о выселении. Проклятие. Этот Миллер обещал охранять дом, пока я здесь. В любом случае, у меня нет денег. Позвони Бену. Скажи, тебе нужна машина, чтобы работать на фабрике. Я не хочу работать на фабрике. И Джей, пойми, мытье посуды — это тупик, и дальше... Я могу позвонить Бену, но он не хочет общаться, трубку вешает. Если Бен не поможет, куда мне идти? Иди к маме. Не могу. У Рэндалла ребенок, мне там негде спать. К дяде Вику. Помнишь его? Моего брата. Он был на свадьбе Бена. С татуировкой и усами? Да, этот самый. Был в камуфляже с маленькой собакой. И много курил. Он знает всех в этом городе. Всех.
Да, он сукин сын, но реально найти тебе работу может только дядя Вик. Какую работу? Не знаю, за которые деньги платят. Что с тобой? Поменял ремни в грузовике? Да, все поменял. И свечи, и... В чем дело? Здесь положено соблюдать форму одежды, и ты снова опоздал. Возьмите еще человека, я работаю за двоих. Вот она в форме. Ты неуправляем, она уже тебе однажды бабочку отдавала. Вам бы только бухтеть. Если бы вы закрыли пасть и не дергали меня, было бы всем лучше. Понятно? В чем дело? Нет, не смейте ее трогать. Ты уволен. Диджей! Выслушай! Нет. Say something before he waltzed from my room. All I remember was my hands at my side, a face of a woman who once was his bride, and all I got left with was tears, saving lonely volunteers. Sister Mary, Sister Mary, you're pale. She holds her head sometimes, she walks close to the rail. She sings on a Sunday and stands on your stairs. She haunts me at night time and I've forgotten my prayers. And we don't see much of her here, but winter weary volunteers. Чего надо? Поможешь с работой? В литейный цех пойдешь? Там температура под 60 градусов, не выдержишь. А в офисе? Ты что, девка? Офис для девок. И ты не член профсоюза? Понимаю. Я думал, ты поговоришь с кем-нибудь. С Кейси, что ли? Кейси — глава профсоюза. Мать с Рэндаллом поселились в Карбондейле. Я говорил с ней. Отец звонил. Ты был у него?
Да. Он спрашивал о твоем чаде. Девчушка-толстушка. Ночью орет, спать не дает. Я думал, ты работаешь. Работал, но ушел. Уволили. Сцепился с менеджером. Сцепился? Да. Ты победил? Нет. Испугал его слегка. Малыш, Пиджи, забияка. Мне отключили воду и свет. Все мои вещи в машине. А где мои вещи? В доме остались. В доме? И отцовский инструмент тоже там остался? Да. Он же дорогой. Забери оттуда все. Заберу. Там классный лобзик. Работа ждет. Я с братом говорю. Короче, мне нужен этот лобзик и генератор. Ясно? Я понял. Посмотри на меня. Заберу. В литейке оглох, что ли? Сказал, заберу. Будешь сочковать, возьму брата вместо тебя. Пол Джозеф. Не помнишь меня? Дядя Вик, как ты попал сюда? Забываешь дверь запирать. Света нет, вода отключена. Ничего не работает, кроме телефона. Кто оплатит этот счет? Какая-то дама звонила два раза. Твоя подружка? Нет. Что ж, денег я тебе не дам. Ладно. Нужна работа? Я вернулся за инструментом. Я уже взял твой лобзик. Нужна работа? Да. Я знаю одного типа, занимается страховками, связанными с пожарами. Подрядчик берет заказы у страховых компаний. Его объекты — дома, сгоревшие в результате использования старой поврежденной проводки. Подходит такая работа? Я не знал об аресте твоего отца, пока не прочел об этом в газете. Представь, это мой брат. Там была фотография раздавленного Плимута. У грузовика пострадали кузов и фара. Твой отец вложил много денег в этот грузовик. Что отец говорил об этом? Ничего. Он впервые мне позвонил по твоему поводу. Что там у тебя? Отец арестован, мать ушла к полицейскому. Что мне делать? Что? Включай голову, и все наладится. Возьми себя в руки. Мы что-нибудь придумаем. Ладно. Расскажи о работе. Сколько там платят? Я не работаю меньше, чем за 10 баксов в час. Ты знаешь выражение «дареному коню в зубы не смотрят»? Да. Я даю тебе шанс. Я не случайный человек, о котором ты быстро забудешь. Со мной все серьезно, обещаю тебе это. Я ведь не обязан тебе помогать. Ты в трудном положении, и мне нелегко, но ты держись в рамках. Итак, что ты хочешь знать обо мне? Откуда у тебя эти татуировки? Я был молод и глуп почти как ты. Шучу. Знаю, ты не глуп.
Пошел в армию в 68-м. Воевал во Вьетнаме? В джунглях. А что это за буквы МБ? Инициалы подруги. В молодости парень готов уродовать себя ради женской плоти. Кто она была? Марианна Бишоп. Марианна Бишоп. Моя мать была твоей любовницей, женской плотью? Не любовницей, просто другом. И я познакомил ее с Карлом. Когда? Мы познакомились, когда она училась в медучилище, а я был помощником преподавателя в двухгодичном колледже. Ты преподавал? Слушай, я был помощником преподавателя на той же улице. Она ездила на Volkswagen, Жуке. Мы начали встречаться. Я познакомил ее с Карлом. Ему было всего 20 лет. Он сказал, что я стар для нее. Они были ровесниками, а я... старшие. Они были еще детьми. Я уехал во Вьетнам, и они поженились. Капрал Питерсон, мой лучший друг во взводе, сделал мне эту татуировку. Я ревновал, но это не важно. У твоего отца была семья, и он разрушил ее. Не знал этой истории. А он бы тебе и не рассказал. Да и мама не рассказала бы. А вдруг ты врешь? Я слишком стар, чтобы врать. Но ты можешь мне не верить. Почему ты не женился? Вернувшись с войны, я замкнулся в себе. Многие были в инвалидных колясках или свихнулись, ходили кругами и разговаривали с собой, но я был в порядке. Много пил, наркоманил. Потом вступил в профсоюз плотников и 28 лет там состоял. А теперь на отдыхе с двумя пенсиями. У меня были подруги, но я... так и не женился. Поэтому ты знаешь всех строителей. Верно. Если ты будешь честен со мной, как я с тобой, у нас может что-то получиться. Хорошо. Кто та девица, что звонила тебе, когда я там был? Она с моей работы. Симпатичная. Хорошо воспитана. Ну, задница большая. Задница не задавит, Пиджей. Это честный ответ. Мне нравится. Тебе нужно жилье? У тебя есть все, что надо? Да. Утром после душа и так далее, клади зубную щетку и все прочее в одно место, потому что мне нравится порядок в ванной. Ну и тому подобное. Хорошо. Ладно. Эй, Вик. Спасибо. Пожалуйста. Чарли, это Виктор Ли. Я в порядке. Как работа? Говорят, у тебя новый объект на Милтон-стрит. Знаешь, мой племянник ищет работу, и если тебе нужен курьер или строительный рабочий... Хорошо. Это сын брата, я же бездетный. Он силен как бык, ручаюсь за него, он хороший парень. Ботинки есть? Скоро явится этот хрен инспектор со своей вонючей сигарой. Это тот, при котором чокнутый нигер зарезал Марти за 11 долларов? Да, наш старый знакомый. Пиджей, ты знаешь, о каком инспекторе мы говорим? Нет. Его лучше не злить и убрать все эти внутренние стены до его приезда, потому что он помешан на безопасности. Ясно. Наруби щепы для разжигания.
Не напрягаю сильно руки. Ты охотишься здесь? Я тут 7 оленей подстрелил. Мы с Беном тут охотились. Он убил кого-нибудь? Он на это не способен. Я привез его сюда за 4 дня до его свадьбы и пытался чему-то научить. Бен ружье-то держать не умел. Чаще прикладывался к виски, чем к прикладу. Он не шустряк. Медлительный очень. Сколько зарабатываешь на этих дровах? $25-30 за вязанку. Продаю их бензоколонкам и магазинчикам. Так что я при деле. Как сейчас с Беном? Я уважаю Бена. Он умеет работать. Бен похож на меня. Жене Бена сделали кесарево во время родов. После этого Бен начал куролесить. В смысле? Изменяет Марии. Врет всем. Трахает барменшу. Это его дело. А как у тебя с девушками? Какие планы на жизнь? У меня нет девушки. Пока. На женщин уходит много времени и денег. Ты их преследуешь, они удирают, да? Ну да. Не преследуй, это главное. Говоришь, что девушки нет, но она есть та, что с большим задом, да? Она из Мексики. Ну и что? Не гоняйся за бабьем, пустая трата времени. Не тащи в свою жизнь кого ни попадя. Чтобы стать как ты? Одиночкой? Я всем доволен. Никто мне не указ. Могу гонять за кем хочу. Понимаешь? Привет. Привет. Я заказал тебе яблочный пирог. Я не люблю яблоки, люблю шоколад. Помню. Но тут нет шоколадного. Я звонила тебе пару недель назад. Трубку взял какой-то старик. Это Вик. Кто он? Мой дядя. Я лишился дома и теперь живу у дяди. Все, хотел позвонить тебе, но работа замотала. Ты выглядишь иначе. Завивку сделала, но мне не нравится. А мне нравится. Я знаю, что тебя выселили из дома. Понимаешь? Ничего не говори, раньше мог все сказать, но не сказал. Я знаю насчет отца, я все знаю. Кто рассказал? Сотрудники. Знаешь, я много о тебе думаю. И надеялась, что иногда ты тоже думаешь обо мне. Я думаю о тебе. Мне дали адвоката, но он не очень мне нравится, слишком много обещает. Жаль, что ты не пришел во вторник. Дядя Вик нашел мне работу. Ты помнишь парня по имени Чарли Хэскилл? Тот самый, с кем я играл в бейсбол в школе? Он мой босс. Так, поздравь его с Рождеством.
Я вспоминал случай из твоего детства. Однажды ты встал рано утром, спустился вниз, открыл все рождественские подарки. Мама потом жалела, что не сфотографировала это. Я подарил тебе велосипед, и ты катался на нем прямо по снегу, будучи в пижаме. Было 10 градусов мороза, и ты смотрелся просто потрясающе. Помнишь это? Да, боковые колесики все время застревали в снегу. Да. Много воспоминаний. В общем, поздравляю тебя с Рождеством и поздравь от меня всех остальных. Да, хорошо. Привет, Карл. Это ты, Вик? Это я. Построже с моим сыном. Буду очень строг. Пока, Карл. Господи, благодарим Тебя за пищу, что Ты дал всем нам сегодня. Позаботься о тех, кто сейчас далеко от нас, кого нет рядом с нами. Да будет так во имя Твое. Аминь. Аминь. Приступим. Счастливого Рождества. Что ты делаешь? Открой. А у меня подарка нет. Открой. Это ты типа... Типа извиняешься за то, что украла зажигалку, да? Я прав? Я не крала твою зажигалку. Ты потерял ее? Спасибо. Пожалуйста. Заедем в участок, подпишешь пару бумажек, поговоришь с шефом, а потом начнем патрулирование. В субботу или воскресенье? Когда хочешь. Буду в машине всю смену? Да, 10 часов. Поездим по городу, все тебе покажу. Ты твердо решил? Что твердо? Возьму пиджей с собой на патрулирование в этот уикенд. Где средства для мытья посуды? Твердо. Это девушка с работы? Да. Она очень мила. Правда? Почему не сказал, что тебя уволили? Не уволили, сам ушел. Мне нашел работу, дядя Вик. Пиджей, только оденься потеплее. Отлично провела время? Да. Ура. Я не вру. Шоколадный пирог понравился? Очень. Может, ты лишь делала вид, что тебе вкусно? Я плохая актриса. Она испекла его для тебя. Очень мило с ее стороны. У тебя отличная семья. Я хорошо провела время. Спасибо, что пришла. Не говори по-испански, это англоязычный грузовик. Ты видела кучу мексиканцев в снегоуборочной машине? Нет, и такого не может быть, потому что в Мексике нет снега. Плохая шутка, плохая. Тебе надо выучить испанский. Знаю, учителя нет. Я могу научить тебя. Ладно. Ладно. Учи меня испанскому. Не издевайся надо мной. Что это значит? Си или да? Си. Си. Что это значит? Я спросила тебя, являюсь ли твоей подругой. Ты надула меня. Да. А обратно слово не возьмешь? Я не буду брать обратно. Правда? Хорошо. Мне надо идти. Не надо. Нет, надо. Можешь ночевать здесь. Нет. И вместе со мной, и дядей Виком. С удовольствием. Не хочу, чтобы ты уходила. И я не хочу уходить.
Бен? Дженни спит? Да. Где ты был? Я был у матери. Тебе привет от нее. Я говорила с твоей матерью, Бен. Ты знаешь девушку по имени Люси Джонс? Из средней школы? Нет. Кто это? Не ври мне. Мария, иди спать. Я не пойду спать. Тише. Я всю ночь не могла заснуть, ожидая тебя. Что происходит? В чем дело? С кем ты говорила? Я была так терпелива с тобой. Ты трахаешь ее? Нет. Нет. Мы так трудно живем. Посмотри на нас. На нашу жизнь. Сейчас Рождество. Ты понимаешь это? Ты считаешь меня дурой? Нет. У тебя... Я не считаю тебя дурой. Нет. Ты врал мне снова, снова и снова. Не трогай меня. Но... Нет. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Пошлите ему сообщение. Бен Ли, я его жена. Я уезжаю и увожу Дженни к маме. Что-то еще взять с кухни? Да, все детское и стульчик. Хорошо. Я хочу знать, где ключ к депозитной ячейке. Да, ключ. Для банка. Подарок от мамы и малышки. Знаешь, мне это не нужно. Мне нужно совсем не это. Возьми, я не хочу везти обратно. Машина полная. Этот телевизор тоже. Там уже места нет, если только на голову поставить. Это телевизор Бена? Не с тобой говорят. Зачем он тебе? Диагональ всего 30 сантиметров. Лучше новый купить. Бен подарил мне его на день рождения. Ладно, берем телек. О, боже. Подарок, святое дело. Извини, но это правда. Привет. Где Бен? Какой Бен? Где он? Не знаю, Бен больше не общается со мной. Обратись к его новой подружке. Я думал, это ты.
Что? Думал, ты его подружка. Нет, я никому не подружка. Ладно. Давай, перекурим. Обойди стойку. Люблю травку зимой. Можно вопрос? Да. Это правда о твоем отце? Что об отце? Бен сказал, что он в тюрьме за убийство. Несчастный случай. Да, но женщина умерла. Мне очень жаль. Я под кайфом. Но мне очень жаль, что все так вышло с Беном и его женой. Это не твоя вина, а его. Ты напоминаешь Бена, когда он был милым. Я не милый. Милый. И чертовски умный. А я умная? Нет. Можно в щечку чмокнуть? Да? Бывает, ездишь целый день, и ничего не случается. Скажу честно, иногда даже зло берет. Да, моя задача следить за порядком, помогать людям. Но что я делаю в остальное время? Разыскиваю сломанный фургон, украденный 2 месяца назад. Бесконечно проверяю номера. Пытаюсь решить чью-то проблему, но не могу. Никто не говорит правду, все врут. Зачем все это? Называюсь полицейским, ношу форму каждый день. Когда умерла моя первая жена, мне было очень тяжело. Очень. 2 детей. Я не мог спать на прежнем месте. Хотелось убежать куда-нибудь подальше. Но твоя мать была так заботлива к ней в больнице. Так заботлива. Усвоил чего-нибудь сегодня? С какого возраста берут в училище? Твой подходит, но нужен спонсор. Если управление спонсирует тебя, поступишь. Голова варит? Биография чистая? Закон не нарушал? Я чист. Тогда порядок. 12-й. 12-й на связи. Код 3215, угол 7-й и Элби. Вас понял, выезжаю. Поехали. Держи его. Стой. Поднимаем. Что случилось? Я приехал по сигналу, и тут он со стволом. Я ничего не сделал. Заткнись, она говорит, что угрожал ей. Поговори с ней, а я запихну его в машину. Я ничего и не сделал, ничего не сделал. Блин, блин. Ты тоже коп? Нет, я не коп. Кто? Я. Кто я? Бен, это я, Пи-Джей.
Ты телек забрал? Это от мамы. Где ты был? Канарейка. Понравилась Дженни в магазине, я и купил для нее. Зовут Себастьян. Это попугай. Ты мне телек должен. Вовсе нет. Должен. Ты был здесь, когда его забирали, и не помешал. Так что должен. Работу нашел? Да, дядя Вик устроил меня на стройку. Значит, работа есть, постоянный доход. И все та же толстая испанка? Эми. Толстуха. Не такая уж толстая. Килограммов 6 лишних. Сиськи большие или маленькие? Хорошие. Погоди, если девка толстая, то у нее должны быть большие сиськи. Понимаешь? Я перетрахал кучу толстых баб. Толстых белых, толстых черных, толстых азиаток. А вот толстых испанок не было. Что здесь? 50 баксов. Рэндалл. Родители не посылали ничего подобного. Помню, как отец вставал рано утром и шел чистить дорогу после снегопада. Помнишь? Да. Мы дрались за единственную пару ботинок, что у нас были. Дрались даже в снегу. И обычно я побеждал тебя. Ну, ты был гораздо крупнее меня и сильней. А кто победит сейчас? Ты. Не знаю. Не знаю, ты крепкий орешек. У нас много общего. Нет. Не думаю. Нет? А как насчет Люси? Она секси, верно? Так что общее есть. Вкус на девок совпадает. Трахал ее? Честно? Нет. Говорил Марии о наших отношениях? Нет. Ты либо трахнул Люси, либо сказал Марии, что это делаю я. Что из двух? У тебя паранойя. У меня нет паранойи. Ты лжец. Я знаю лишь то, что на маминой вечеринке позвонила Мария, а тебя там не было. Я взял карточку, подарок и ушел. Все. Ты трахнул Люси. Верно? Ты был в баре недавно? Да. Да я вовсе не злюсь. Почему ты должен врать мне? Отцу ты тоже постоянно врешь. При чем тут отец? Он спрашивал обо мне. Да, поздравлял с Рождеством. Что он сказал? Просил поздравить тебя с Рождеством. Мне запомнилось Рождество, когда мать хотела уйти с нами. Она сильно кричала, отец запер ее в ванной. Не было такого. Было. Ты был мал и не запомнил. Он делал это не раз. Разве не помнишь, как мама кричала в ванной? Он ненормальный. Ненормальный. Знаешь, сколько он получит, если его признают виновным? Он виновен. 7 лет. 7 лет будет звонить за наш счет. Очень приятно. У меня ребенок на шее, алименты и все такое прочее. Может, мне адвоката ему нанять? Ты виноват, Бен. Поэтому ты так и суетишься. Виноваты все, кроме тебя.
Но я хотя бы не лжец. Где правда? Я не удивлюсь, если ты трахнул Люси и стуканул Марии. Что из двух? Ни одного, параноик. Ну что мне сделать? Набить тебе морду? Да, я для того и пришел, чтобы ты набил мне морду. Ты говнюк. Какая милая птичка. Как жаль, что ею некому любоваться. Где твой ребенок, Бен? Решил уйти? Да, как это сделал ты. К черту тебя. К черту Люси. К черту твою толстую жену. Со шрамом на животе. Врун проклятый. Ублюдок. Говори. Говори. Я смогу побыть наедине с сыном? Минутку. Спасибо. Что произошло? Это Бен. Мы подрались. Сильно он врезал. Ты ответил? Да. Он поссорился с Марией, но винит в этом меня. Он чокнутый. А потом? Ничего. Я не сказал ему ничего. Что? Как ничего не сказал? Я сделаю заявление. Скажу, что это был несчастный случай. Подожди, что ты городишь? Докажу, что это была случайность. Мне уже некуда идти. Нечего делать и не с кем разговаривать. Выслушай меня. Просто выслушай. Нечего не говори, а слушай. Хорошо? Неважно, был это несчастный случай или нет, хотя это не было несчастным случаем, но это уже не имеет значения. Женщина погибла. Это ужасно. И кто-то должен за это ответить. И властям абсолютно все равно. Кто сядет, но виновный должен быть. А твое заявление может погубить тебя. Пусть они узнают, папа, о том, что я сделал. Они ничего не узнают, пока ты будешь держать язык за зубами. Живи дальше, забудь обо всем. Обещай мне ни во что не вмешиваться, не лезть никуда. Вот и все. Но ты не виновен. Ну, да. Мы оба знаем, что я плохо вел себя. Я оставил семью, оставил детей. Я фактически отвернулся от вас. Выросли вдали от меня. Я знаю только, что ты играл в сокер, а Бен играл в футбол. Я бросил вас. Ну, а когда я решил вернуться, было уже поздно. Я ваш должник. Я виновен перед вами.
Могу добавить, я не хочу, чтобы ты уподобился мне. Не копируй меня. Не повторяй моих действий. Не лезь в это дело. Я сам разберусь, ладно? Я твой должник. Обещай мне никуда не лезть. Я отсижу, что положено. Я выдержу, Пиджей. Это всего 7 лет. Точка. Твоя задача — верить в правильность решения и забыть об остальном. Понятно? Убеди себя, что все нормально, а я справлюсь. Забудь. Я твой отец, и я сделаю это для тебя. Почему ты здесь? А не на работе. Я уволился. Повернись. Вот почему кровь в ванной. Все полотенца в крови. Я все вымою. Поздно. Я уже вымыл. А что с глазом? Кто тебе врезал? Бен. Говори толком. Бен. Поставь сок обратно в холодильник. Я допил его. Помнишь наш разговор о честности? Это часть нашего договора. Ты помог мне по просьбе отца. Верно, но это улица с двусторонним движением. Чарли Хескилл сделал мне одолжение, а ты плюнул на это. Мы близкие люди, но я вижу, что ты абсолютно безответственный человек. Я ненавидел эту работу. Нужно уважать тех, кто помогает тебе, но ты, я вижу, этого не знаешь. Мне жаль, что так вышло, Вик. Что еще сказать? Тебе не жаль. Ты ничего не рассказываешь. Я кормил тебя, ухаживал за тобой, позволяя сохранять все заработанное, но я устал от этого, устал от звонков девицы, чье имя я даже не знаю. Это тебя не касается. Почему? Ты ждешь от меня помощи и ничего не рассказываешь. Она нравилась тебе месяц назад, и что произошло? Бессмыслица какая-то. Тебе нравилась эта девица, но ты не познакомил ее со мной. Ты думаешь, что все знаешь обо мне, так как фамилия у нас общая? Ты ничего не знаешь обо мне. Я вижу испуганного ребенка, который не хочет становиться тем, кем становится. Нельзя презирать людей, Пиджей. Я никого не презираю. Своего брата? Это так? Меня? Не знаю даже. Бен изменял жене, и она ушла от него. И это тебя разозлило? Я не злюсь. Злишься? Ты злишься, что отец в тюрьме, старший брат врезал тебе, еще потому, что знаешь, что я прав? Чего ты хочешь от меня? Хочу, чтобы ты делился со мной всеми проблемами с этой минуты. Ерунда какая-то. Сам ты не выплывешь из этого омута, доверься мне, мне тоже помогали в жизни. Мой отец погиб в Корее, когда мне было 11 лет. Тело так и не доставили домой. Вернули только личный жетон, вроде собачьего. Но этого мало. Мой другой брат умер через полгода. После этого я много чего хлебнул в жизни. А теперь еще ты. Я уйду. Глупости. Мы все равно докажем, что твой отец невиновен. Он говорит, что виновен. А это не важно. А если я откажусь? А это не тебе решать. Что я должен сделать, Вик? Не знаю. Не знаю. Я лишь... Я только хотел
наладить наши с тобой отношения, вот и все. Ну давай, давай, скотина. Черт. Привет, Виктор. Привет, Карл. Как дела? Ты должен мне бак бензина за то, что я приперся сюда. Я должен тебе гораздо больше. Спасибо. Ты проснулась. Я люблю тебя.
Папа! Привет! Вот заехал повидаться с внучкой. Она с Марией. Они вернутся позже. Ну и я позже заеду. Тебя уже выпустили? Нет, Вик внес залог. В нашем роду лишь он богат. Я вышел ненадолго. Мария, она... ушла от меня. Это было тяжело. Мне очень жаль, сын. Мне тоже. Да, это ужасно. Бен, я знаю, что ты не любишь меня. Ну да ладно. Я должен был что-то для тебя сделать. Что? Что сделать? Что сделать для меня? Ну, я должен был сделать все, что только мог. В общем, я хотел бы... быть тебе лучшим отцом. Я тоже этого хотел бы. Береги себя. Ты тоже. Я серьезно. Береги себя, Бен. Ладно? Ты тоже. Ты тоже. Марианна Карн работает сегодня? Да. Спасибо. Привет. Здравствуй. Привет. Видел Бена? Да, я видел Бена. Не верится, но ему уже почти 30 лет. Дженни я вижу раз в 2 недели. Ты всегда хотела дочь? Да, но 2 сыновей мне вполне хватило. Скоро мне назад. Суд еще не состоялся, но это дело недолго. Пиджей просил у меня денег для залога, но я отказала ему. Это стоило того? Вик всегда поддерживала меня в трудную минуту. Всегда. Я просил Пиджей не обращаться к тебе. Но я считаю, что стоило того, да. Мы не виделись год. Я вижу тебя и понимаю, как одинок. Это со всеми происходит, не только с тобой, Карл. Прошлое не исчезает. Я понимаю тебя.
Прошлое не исчезает, да. Вкусно. Все, мне пора. И не доешь? Я сыт. Бен, это я, Пиджей. Слушаю тебя. Хочу сообщить, что приговор объявят в четверг. Если хочешь, приходи. Ладно. Я виделся с отцом. Я знаю. С бородой он выглядит старше. Да. Я хочу поступить в полицейское училище. Ясно. Значит, до четверга, да? Да. Все нормально? Да. Все нормально. Хорошо. Привет. Привет. Как думаешь, река встанет? Встает каждую зиму. Да. Но температура ведь может меняться. Может. Время еще есть? Да. Что ты мне хотел сказать, Карл? And then we'll drive
the holy water is turning blue, just like I need this. If I need you, a mile I'm hoping. Here I stand, it's fire open. You take my hand, посмотри на него. Качает мышцы. У тебя есть это фото? Да. Бен говорит, что ребенок страшный. Бен, все дети страшные рождаются такими. Потом человек симпатичен лет до 40, а потом опять становится страшным. Я был страшным? Ты? Ты и сейчас страшный. Это я подкалываю тебя. Меня все подкалывают. Ты, дядя Вик, Бен, Эми, все вокруг. И это помогает. Голова до сих пор на месте. Оканчиваю училище на следующей неделе. Поздравляю. Спасибо. В добрый путь. Надо же. Куда тебя направят? В Саут-Сити. Это опасный район. Да, будь поосторожнее. Буду. Собираемся снять квартиру. Эми устроилась учительницей в школу. Поженитесь? Не знаю. Советуют не спешить. Да, поживите вместе, присмотритесь друг к другу. Держи меня в курсе. Хорошо. Телефонные разговоры — вещь довольно напряженная. Пиши письма. Присылай фотографии, они важны для меня. Хорошо. И повнимательней со вторым. Со вторым? Вторым ребенком. Обычно с ним больше проблем, чем с первым. Клянусь, это правда. Откуда ты знаешь? Ну ладно. Я люблю тебя. Удачи. Фильм посвящен Роберту Юнку. Автор сценария, режиссер-монтажер Брайан Джан. Продюсеры Райан Харпер, Расти Грей, Брайан Джан. Оператор Райан Самул. Композитор Марк Джари.